По инициативе Краснолучского территориального отделения общественного движения «Мир Луганщине» при содействии городской администрации третий год подряд 12 июня в Красном Луче проходит автопробег. Колонна автомобилей, украшенная флагами Российской Федерации, стартовав от перекрестка на въезде в город, проехала по главным улицам Красного Луча. Колонну возглавила руководитель городской администрации. Сегодня все жители города Красный Луч присоединяются с поздравлениями жителям России с их большим праздником – Днем России. Вот таким вот образом, таким автопробегом, который организован в начале нашего города, при въезде в наш город, мы хотим выразить благодарность жителям России, каждому из них и лично президенту Путину Владимиру Владимировичу. За ту помощь, которую они нам оказывают, за ту поддержку, которую они нам оказывают в такое сложное время. И мы, конечно же, мы интегрируем в Россию, и мы уже практически на пути в Россию. И мы надеемся, что в ближайшее время все будет хорошо и на нашей территории. В автопробеге принимали участие жители города, представители администрации, члены общественного движения «Мир Луганщине». Хочу поздравить всех с праздником, с Днем России. Для нас это очень радостный праздник. Мы в честь этого праздника решили поучаствовать в автопробеге с символикой Российской Федерации, Луганской Народной Республики, «Мир Луганщине» флаги. Мы за мир, мы за интеграцию с Россией. Мы хотим, чтобы в нашей республике все было замечательно, все хорошо. И все будем для этого делать. Сегодня братский народ отмечает свой день рождения. А мы всегда рядом, мы всегда. И помощь от них, спасибо. И мы чем можем, помогаем, поддерживаем душевно и морально. В этом году к праздничному мероприятию подключились и члены молодежного совета при городской администрации. На площади перед кинотеатром «Россия» они организовали фотозону, а также всем желающим наносили аквагрим в виде флага Российской Федерации. С днем России!